شهرزاد صباح فسكتت عن الكلام المباح وفي الغد قالت بلغني أيها الملك السعيد قم ناديني إن ناديك الصبح صاح عيون الليل في الآن فاسقنيها غرد الطير وناح أمى الزمان أغيالا لي Спите, жители Багдада, все спокойно. Не оглядывайся. Иди. Спите, жители Багдада, все спокойно. Адияш масамат ю ю масамат мисимат ю ю мальвиал тимниат ю ю тимниат ми Адияш масамат ю ю масамат мисимат ю ю мальвиал тимниат ю ю тимниат ми имя имя Звезда Сухаин, скажи мне имя! Аладдин, сын Али, Аль-Маруфа. Ах!
Уважаемый мастер увлажнения улиц, не знаешь ли ты Аладдина, сына Али Аль-Маруфа? Аладдина? А может быть, тебе нужен Карим, который в прошлом году упал в арейк и ходил голый по городу, а? Или, может быть, ты имеешь в виду Хусейна, который однажды затащил своего ишака на минарет, Аллах покарал его за это, сделав его кривым на один глаз, а? Куда же ты? Постой! Уважаемые мастера, это наилучший из игр, кроме игры в кости. Не скажете ли мне... Уважаемый, не скажешь ли, где мне найти Аладдина, сына Али Аль-Маруфа? Багдад, город большой. Антавантума, ану. Ты читаешь второй час, а денег не платишь. Уважаемый хранитель мудрости. Эй, жители Багдада! Скорей, чужеземец, скорей! Царица красавица! Несравненные древние бунты изволит отправиться в баню. Напоминает, что посмотрит на древнему тому от рука к голову. Thank you.
что же ты хочешь? А чё? А, пусть он на меня посмотрит. А ему же отрубит голову. Ну и что? Эй! Юноша, открой глаза. Открой, открой. Останешься без головы. На тебя напал лев, я его убью. И чтобы загорелся весь Багдад, я бы вынес тебя из огня. И чтобы землетрясение, и чтобы все провалились. Станешь бы только ты. Царевну нельзя брать за руку. А я уже взял. Все равно отрубите ему голову. Мустафа! Руби! Я держал за руку царевну Будур. И сейчас ты пойдешь свататься к султану. А вчера он сказал, что летал на драконе. Не здесь ли живет избранник счастья и хан удачи Аладдин? Аладдин? Мой сын? Это посылает тебе твой дядя. Я не знала, что у моего Али был брат. Не здесь ли живет Аладдин, сын Али Аль-Маруфа? От дяди. От дяди. Они перепутали. Сейчас за этим вернутся. Где мой брат? Где мой брат Али Аль-Маруф? Али Аль-Маруф умер и погребен 3 года назад.
Садрадин, вас-вас. Я был его лучшим другом. О, несчастный мой брат! О, горька и жестока моя судьба! 40 лет я скитался по свету. 40 лет я думал о том, как вернусь домой, заключу брата в объятия. Ну, у Майвали не было брата. Так это целая история, почему он думал, что я умер, и никогда меня не вспоминал. Я когда-нибудь расскажу ее. Где? Где было любимое место покойного? Али! Али! Где мой племянник Аладдин? А теперь, мой возлюбленный племянник, скажи мне свое самое сокровенное желание. Я исполню его. Он попросит у вас луну с неба. Только что посылал меня сватать. Кого бы вы думали? Царевна Будур. А может быть, у него вселились джинни? Я его вылечу. Оставь нас. Знай, 40 лет я обучался алхимии и волшебству у лучших магов Магриба. 40 лет я потратил на то, чтобы сделать 5 волшебных порошков, открывающих двери темницы, дурманящих разум. Ханнава хинна, хинна ханна, ханнава ханна хан. Доверься мне, я тебе помогу. Мы куда, дядя? Заколдованный город. А зачем? Знаю, возлюбленный Аладдин, тебе одному суждено проникнуть туда, откуда не возвращался ни один смертный. Там хранится старая медная лампа. Повтори. Старая медная лампа. Ты принесешь ее мне, и твои желания исполнятся. Алкадыр. Хамял вас, вас тогда. Я маломат. Ахла. Иди. И ты попадешь в тень города и в город теней. Я шамху! Иди! Не бойся! Чихнул. Выходи!
пришел за лампой. Удивительно. Невероятно. Сказал правду. А что ж тут невероятного? Мне нужна лампа, я про это сказал. Что делать? Не знаю. Эй! Где вы там? Куда вы все подевались? Молчи. Не мешай нам думать. Возьми лампу, она твоя. А где она? Покажи ему дорогу. Сюда. Что ты делаешь, дядя? Дядя! Я Шамхуна. Аладдин! Аладдин! Куда же ты? Скорее вернись! Аладдин, я пошутил! Слушаю и повинуюсь. Кто ты? Я раб этой лампы. Приказывай. Ты джин? Да. Ах, джин. Слушай, джин, почему дядя хотел меня убить? Он не дядя, он злой магрибский колдун. Колдун? Мы, джинны, давно его знаем. Приказывай. Что? Ну как что? Удавить его? Утопить? Стереть в порошок? Нет, нет.
Нет, что ты, зачем? Пусть уходит на все четыре стороны. На четыре стороны? Хо-хо-хо. Слушаю и повинуюсь. Что ты? Я не хочу! Я не хочу! Да будет с тобой милость Аллаха. Вставай. Пора печь пирожки. Да, Аллах подарил нам сегодня хороший день. Сейчас бы палочку шашлыка. Я не знала, что ты такой шутник. Сама ты шутница. Кто разжег печь? Не-не-не-не. Слушай, я не знала, что ты умеешь делать пирожки. Я прожил 85 лет, но ни разу в жизни не делал пирожков. Возьми пирожок. Благодарю, джины не едят пирожки. А что едят джины? Ничего не едят. Познакомьтесь, это мой друг Джин. Я лучше побуду в лампе. Доведут его до добра. Запомни, я ничего не видел. Я тебе скажу больше, и ты тоже ничего не видел. Мы оба ничего не видели. Знаешь, почему я прожил 85 лет? Потому что все время, говорил в Багдаде, все спокойно. Чтобы дожить до 100 лет, изучай добродетель, ибо основа всякого блага в обуздании души и смирении, и набожности, и невинности, и терпеливости, и стыдливости. Каждому следует знать, когда нужна стыдливость, а когда бесстыдство, и поступать так, чтобы приблизиться к благу, ибо сказано, предпосылка блага – стыд, а предпосылка зла – тоже стыд. Ты меня слушаешь? Да. Стража! Бойся!
Я кто? Это ты кто? Я кто? Я? Вот, ты кто? Царевна Будур. Кто? Царевна Будур. Этого еще не хватало. Кто там бормочет? Откуда все взялось? Это один бездельник. Наслушался глупых сказок. Иди сюда! Иди сюда! Что это? Это? Горшок. О! А это что? Это? Это печь. Где пекут пирожки? Хоп! Хоп! Поняла! Нет! А это что за невиданное чудовище? Это не чудовище, это коза. Это из которой сыр? Сколько тебе лет? 16. Когда мне было 3 года, я уже знала, что такое коза. Вот и еще. Может быть, наш город вернулся в бандитский двор. Тут не одного ищут, а целых 40. Ты скажешь «да»? Откуда я знаю, что я скажу? Что придет в голову, то и скажу. Царевна здесь! Ой! Вяжите его! Вязать! Да простит меня царевна Будур. Осмелился дважды увидеть царевну, великий султан. Да, султан! Поистине удачи, что мы с тобой встретились. Я прошу отдать мне в жены царевну Будур. Что он сказал? Мой язык отказывается повторить. Видишь ли, твоя дочь и я нравимся друг другу. Но она не может выйти за меня без твоего позволения. Слушаюсь.
и султан спрашивает, а известно ли тебе, юноша, что 17 принцев... 18. Что 19 принцев со всех сторон земли приезжали свататься к царевне Будур? Да, она мне об этом говорила. А здесь ли тебе, прежде чем свататься, надлежит султану преподнести подарки? Ты говоришь о рубинах и изумрудах? Именно! Верно, именно. Я совсем забыл. Сейчас подарки доставят. У тебя что, дома зарит клад? Да никакого клада у меня нет. Просто у меня есть один знакомый джин. Кто? Джин. 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 Сиди, сиди. Темницу его. Ты отказала всем принцам, и принца уже не осталось. И не надо. И это для того, чтобы попасть в лачугу какого-то оборванца. Не называй его плохим словом. А как же мы его должны называть? Аладдин. Аладдин. Фу! Мы станем называть по имени каждого бездельника и нищего. Молчать! Кому молчать? Нам? Сейчас же отпусти его и попроси у него прощения. И это последнее, что ты сказал. Клянемся, сегодня же отдадим тебя замуж. Только попробуй. Попробуем. Попробуй. Попробую. Попробуй. Попробую. Попробуй. Вот так. Запомните и запишите. Запишите. Мы отдаем дочь свою и полцарства за... 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 того, кто первый войдет в эту дверь. Отныне полцарства и дочь наша принадлежат твоему сыну. Что?
Держи царевну! Ну что же, никто не может дать нам должный совет. Есть способ. Говори. Раз царевна Будур попала в Багдад и там набралась дурного, значит, надо ее уговорить, что она не попадала в Багдад. Как так? Царевну надлежит убедить, что это был только сон. Раз это был сон, и с ней ничего не случилось, она опять станет послушна. И сердце великого султана возрадуется. А что скажет наимудрейший? Поистине сон не есть не сон, а не сон не есть сон. И так не про сон сказать, что это сон, все равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон сон или сон про не сон. Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон это про не сон. Про... Царевна нигде не была. Ей все приснилось. Все поняли нас? Пошла! Ой! А еще я видел сон, что учу крокодилов читать по-фарсидски. А еще я видел сон, будто я минарет, а на моей голове кричат муэдзины. А еще я видел сон, что мои волосы ушли на базар покупать гребешок. Ну и что? А то, что ты видела того оборванца, тоже во сне. Неправда. Если бы это было во сне, как мог Мубарак вцепиться в него? А, Мубарак? Ага. Мубарак! Мубарак! Говорят, что ты вчера вцепился в какого-то оборванца. Кто? Я? Когда?
Я вчера нигде не был. Я был на охоте и убил... Да. Льва. Льва, да! Как же так? Я же помню. Я была в Багдаде и видела козу. Кого? Козу. Не смейтесь, я говорю правду. Еще сам Мустафа привел меня во дворец. Ах, Мустафа. Мустафа! Говорят, что ты вчера... Кто? Я? Я 2 дня лежал дома. У меня болела челюсть. Пусть меня разорвет шайтан, если я вру. Дочь наша Будур. Мы не разгневаны. Как хорошо, что ты пришел. Дочь наша. Скажи, ведь это было? Ты же ругал меня за Аладдина. Я тебя ругал за принца. За принца. Абу Абдулла ибн Абдалла. Халиф Иса ибн Муса. Абу... Да нет же. Аладдин. Аладдин. О каком Аладдине ты говоришь, дочь наша? Аладдин. Как же так? Аладдин! Значит, я спала. И все это был сон. Завтра ты уже будешь без головы. Да. Еще какие вести? Еще? Слышишь эту музыку? Я женюсь на царевне Будур! Ты здесь? Слушаю и повинуюсь. У тебя сон здесь? Что? Как тебе не стыдно? Зачем ты позволил схватить Аладдина? Надо было потереть лампу. А ты что, сам не мог догадаться? Это не мое дело. Я знала, этим кончится. Волосок, моего сердца, мой верблюдок. И сел один обратно! Возьми свою лампу и Джина, чтоб я их больше не видела. Я тебе покажу драконы! Я тебе покажу царевну Будур! Только бы не коза! Только бы не коза! Лампа будет моя!
о звезда моих очей! Ой! Означает. Снимите меня! Эй, Мубарек! Что ты там делаешь? Слезай! Не могу! Снимите меня! А как ты туда забрался? Не снимайте его! Прыгай! Не могу! Зачем ты туда забрался? Я не забирался. Джош, все видели, что ты там сидел. Разобрался, скажи, что забрался. Забрался. Прости, великий султан, неразумное дитя. Это он по молодости и излишнему усердию. Хорошо. Оставим их еще раз. Останься. А вдруг он опять улетит? Пусть только попробует. О, звезда моих очей. Спокойной ночи. Я сын главного визиря. Какой хитрый джин. Зачем сыну визиря забираться в горшок? Дорогу великому султану! Сидящий в горшке утверждает, что он мой сын. Эй, кто там? Мубарек, это ты?
всех! Зачем ты залез в горшок? Я не залезал. Подлый лжец! Мы все видели! Ты там сидел! Зачем ты залез в горшок? Залез он или не залез, это нас уже не интересует. Если ему больше нравится целый горшок, чем полцарства и рука дочери моей Будур, пусть лазит по горшкам. Да возвестят в Багдаде. Отныне сын визиря и царевна Будур больше не муж и жена. Десять тысяч лет живу, никогда так не смеялся. Давай еще посадим кого-нибудь в горшок. Подожди, есть другое дело. Почему? Потому что, когда я проснусь, и тебе не окажется, это будет так печально. Постой! Пусть этот сон будет и будет. Только бы не проснуться. Это не сон. Просто у меня есть один знакомый джин. Не веришь? Смотри. Значит, это не сон, а просто волшебство. Угу. А ты можешь все? Все. Поклянись. Это у вас женщин клятвы. А у нас джиннов каждое слово правда. Ох, тогда принеси мне персик. Значит, это не сон. Значит, все было. Они меня обманули. Что это? Зачем это все? Свадьба. Чья свадьба? Наша, не мешай. Шалам. Жужи. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Салам. Откуда это все? Что это значит? Это значит, что ты спишь. То есть, как я сплю? А так. И они тоже спят. Ой. И я. Все мы спим и снимся друг другу. Сейчас будет свадьба. А вот мой жених.
А ну? Ага. Ты же в темнице! Вот видишь, теперь ты сам понял, что это сон. Не путай нас. Что скажет визир? Пусть сначала наимудрейший. Что скажет наимудрейший? Поистине пути все знания неисповедимы. Осознание знания есть признак незнания, осознание незнания. А почему я? А почему я? Ой! Коза? Да, коза! Это моя коза. Смотрите! Не бойся, это сон. Дай я ему объясню. Смелей! Да не бойся ты. Не бойся, здесь можно все. Мы друг другу снимся. Понял? Не понял. Да не бойся ты, не бойся. Вот посмотри, я тебя толкаю. А теперь ты мне толкни. Ну толкни. Так хорошо. Садитесь, дорогие гости. Свадьба так свадьба. Все равно сон. Садитесь. Погляди на него. Где он сейчас? В темнице. Ему отрубит голову. Кстати, когда проснемся, этому тоже отрубите. А сейчас он что? Жених на свадьбе? Да, ему хорошо, и нам всем хорошо. Хорошо на свадьбе. Когда у меня с твоим отцом была свадьба, это было не во сне. Отдай лампу. Не отдам. Я не хочу. Так, отдай. А я хочу. Не ссорьтесь. Я тебе подарю прялку. А что это такое? Посмотришь, тебе понравится. Пощады, нет прощения, возлюбленный племянник мой, убей меня, как ядовитого пса. Когда я сам убью себя, и Аллах меня покарает. Что же ты медлишь? Считаю до трех. Раз. Два. Плохой сон. Надо проснуться. Да. Два с половиной. Погоди, не обращай свадьбу. Два с четвертью. Погоди. Ладно. Прощаю. Почему нас не восхваляют? О, несравненный султан, затмевающий блеском солнца, и все светила, и всех владык мира. Мои дорогие, это нам нравится. Хорошо.
Ну, я пошла. Дайте косу. Отдай, Лам. Я дам. Отдай. Я дам. Отдашь? Неужели ты не понимаешь? Я хочу, чтобы наша свадьба была на самом деле, а не во сне. Она и есть на самом деле. Не отдашь. Уйду. Ой. Значит, не любишь? Уходи. Уходи. И забирай свою лампу. Выходи. Не выйду. Выходи! Не выйду. Чашем хуй! Чаш, шайтана, один вас! Что надо сказать? Слушаю и повинуюсь. Кто ты такой? Я раб лампы. Повтори! Я раб лампы. Громче! Не слышу. Я раб лампы. А! Теперь свадьба продолжается. Жених. Я. Великое чудо! Слава новому султану! Ассаламу алейкум! Поистине таких не видел мир. Самый мудрый султан среди всех султанов. Да-да, самый мудрый. Великодушно. Прости. Но я должен тебя убить. Убей. Я твой друг, но я раб лампы. Да-да, конечно. Я раб лампы, но я твой друг. Так раб или друг? Thank you.
Вылезай в кувшин. Зачем? Будешь жить в кувшине, не хуже, чем в лампе. Но джинны не живут в кувшинах. Ты будешь первый. Ну как? Потри меня. Слушаю и повинуюсь. Мне приснилось, что я был султаном. Не отвлекайся. Ага. Выходи! Выходи! Снилось, что я доил козу. И как звезда, и как созвезды льва среди простых львов сверкает имя нашего великого... Изменник! Дочь наша, Будур! Заходите. В Багдаде все спокойно. Детям до 16 лет.